Поведение владельцев этого имени предугадать сложно. Человек может быть в данную минуту очень открытым, дружелюбным, общительным и позитивным, а через несколько минут стать социопатом и затворником. Предугадать такую смену настроений практически невозможно. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Люди с этим именем иногда падают в легкую депрессию, начинают упрекать себя в своей неуверенности и мягкости. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука Д. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны. До мелочей продумывают каждое свое действие. Буква Ф в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Люди с буквой Ф в имени часто в чем-то сомневаются. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква Т дает человеку настырность. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Обычно эти люди светлые, позитивные, добиваются нереальных высот в области философии, психологии, преподавательской деятельности и даже религии. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.